всегда знали, что не одиноки во Вселенной. Я сделаю вам более 300 уколов за несколько недель. С чем? Наши ресурсы истощены. Время на исходе. Через 10 лет половина населения Земли вымрет от голода. На планете будет невозможно жить. Но есть одно место, которое дает нам надежду. Что если Титан станет нашим новым домом? Мы вас усовершенствуем. Сделаем сверхлюдьми. Большинство из вас ждет провала. Кого-то эти тренировки сломают. О, Господи! Не думал, что увижу такое. За ним будущее. Ты станешь первым человеком на Титане. Я люблю тебя. Я не могу дышать. Он меняется. Это не космические исследования, а жесткое преступление. Я хочу закончить начатое. Я вижу все, темноты нет. У него внутри что-то живет. Он солдат. Мы вживили ему ДНК существа, найденного на Титане. Пути назад нет. Впервые мы сможем увидеть форму жизни с другой планеты. Что вы наделали? Если мы не научимся их контролировать, они захватят Землю.